Терпение и борьба в каждую секунду. Противостояние «Металлурга» и «Акбарса» напоминало шахматную партию, в которой один неверный ход мог привести к печальному результату. Были моменты, много моментов, хорошие сдали, нужно забивать. А так хорошая, бравная боевая игра. Кроме спортивной части матча, зрители ждут столкновения Мазякина и Зарипова. Когда-то они вместе привезли в Магнитогорск два кубка Гагарина. Сегодня они соперники. Но Зарипов еще помнит, как пробивать вратаря Василия Кошечкина. Да как, бросать туда надо, и все, все. Вася, он любитель таких голов. Забросить в основное время никто так и не смог. Героями стали вратари. Даже овертайм не выявил победителя. Старались играть очень терпеливо, очень команда, да, и хороший хоккей, я думаю, показали, несмотря на 0-0 в основное, в дополнительное время, и здесь нам повезло немножко больше. После матчевых буллитов, точнее, оказались хозяева. Акбарс возит одно очко и готовится к домашней серии. Алмаз Гафиатов, ТНВ, Магнитогорск. Смотрите все новости дня, программы и фильмы в наилучшем качестве на YouTube-канале ТНВ. Подписывайтесь.